У цьому виробничому приміщенні Миколаївської дитячої художньої школи панує особлива атмосфера. Тут не знайдеш звичних різнокольорових фарб, олівців, білого паперу як основи майбутньої живописної картини. У цій майстерні працюють з деревом, фанерою, ДВП, навіть сухою травою. Отже, сьогодні познайомимося з особливим напрямком мистецтва – екодизайном. У 2012 році Миколаївська дитяча художня школа перемогла у конкурсі «Територія Русалу» в номінації «Сучасні технології та інновації». Отримала сертифікат на реалізацію соціального проєкту під назвою «Творча майстерня для учнів дитячої художньої школи і активної молоді «Чудо-дерево». Це дало можливість придбати електрообладнання, облаштувати нову макетну майстерню. Автори программы Кручинина Евгения Ивановна и Маркитан Елена Николаевна составили особую программу «Художняя обработка деревины, дизайн по дисциплине, предмет за выбором». Также эта программа дала нам возможность оборудовать такую вот макетную мастерскую, в которой дети могут работать ручным инструментом, пользоваться там молоточками, учиться таким вот технологиям работы из дерева. Екодизайн. За визначенням, це напрямок дизайну, що мінімізує екологічно-руйнівні впливи на живу природу. Основний аспект охорони навколишнього середовища простежується протягом всього циклу створення виробу – проєктування, використання та утилізація. Цей напрямок виник наприкінці ХХ століття, коли екологічні проблеми у світі набули загрозливого характеру. По сути, что такое экодизайн? Это работа с тем деревом, которое окружает нас в повседневности. Это обрезанные веточки, обрезанный виноград, спиленные какие-то деревья, которые происходят там в зачистке города или в садах. Вот. И, в частности, я сама из дома привожу для того, чтобы детям было с чего работать. Мы используем и веревочки, какие-то медные, ну разные проволоки. Вот, и сено, солому. Все для того, чтобы создать какой-то интересный, уникальный образ. В то время как дети занимаются таким вот деревом, они трогают это, они ощущают это своими вот ручками. Получают именно тот нужный контакт с природой, в котором, в частности, очень мало в городе. Дети лишены этого. И когда они выполняют свои работы, они развивают свое творческое воображение. Основний принцип еко має глибокий зміст – відчути, що людина не одна живе на нашій чудовій планеті. Ця техніка дозволяє людину більше приближатися до природи, він більше відчуває себе частиною цього. Тобто людина задумується, спилити, не спилити, людина задумується, посадити, задумується над тим, що воно росте. Тобто більше контакту з природою відбувається. Стосовно практичного застосування ековиробів, тут пріоритетними є відсутність шкоди здоров'ю, мінімум шумів, викидів, випромінювання тощо. Екодизайном може займатися будь-який чоловік, у якого є виображення і бажання таким займатися. Такий чоловік може мати ідею, знає свою ідею, він збирає собі матеріал необхідний і робить те, що йому хочеться. То есть для этого не нужно иметь какое-то специальное образование. Это как хобби или хендмейд, то есть полностью творческая работа. Працюючи з природним матеріалом, є можливість створити унікальні образи, відпрацювати індивідуальний творчий пошук. Здобуті знання і навички неодмінно знадобляться вихованцям дитячої художньої школи в майбутньому. В обычном, когда мы в режиме, да, рисунок, живопись, композиция, все работается в ограниченном материале. Краски и карандаш. Здесь же в основном идет молоток, гвоздик, саморезы, лобзик. Вот. И так как у нас даже в основном как бы девчачья школа, но это не мешает девочкам, они очень хорошо работают, и пилой большой работает, им очень нравится это. Цільова тематика – це животні, птички. Буває, на подоконнике
Есть вот цветы какие-то придумываем из дерева, вазы. Вот. Но я только пробую эти моменты в этом предмете. И в основном мы сейчас работаем с животными. Просто хочется, чтобы они увидели, что и как можно сделать, как классно, чтобы они научились мыслить, они оторвались от этой плоскости, оторвались от этой аккуратности, которую навязывает академическая школа. То есть как бы немножко похулиганили они в этом дереве, и это даст им возможность дальше больше и больше развиваться, составлять многофигурные какие-то композиции. То есть не работать с одним каким-то образом, а делать уже большую композицию, в которой будет несколько образов. Вот. Некоторые работы они в группе выполняют. Это тоже помогает им как бы договориться между собой. Для роботи знадобляться наступні матеріали: гілки дерев, кущів, обрізані палички, ДВП, фанера, ОСБ, засушені рослини. Для скріплення – клей, цвяхи, саморізи, мотузка тощо. Перший крок на творчому шляху доволі традиційний, але надзвичайно важливий – втілення ідеї на папері. Чим більше будемо експериментувати в малюнку майбутнього виробу, тим краще. Годиться ескіз где-то з попытки второй, третьей, может, у некоторых даже с десятой попытки годится рисунок для того, чтобы его сделать в материале. Просто дети, ну не только дети, а вообще тот, кто берется заниматься этим экодизайном, вначале идет мышление стандартное, то есть то, что уже увидено, то, что как-то уже продумано. Вот. Может быть, и стоит попробовать первую работу по стандарту сделать, для того, чтобы понять материал, понять технологию, понять структуру, фактуру, вот это все почувствовать. И потом оно уже, вот, а можно же еще так попробовать, а можно так попробовать, а если так сделать? Когда вы берете дерево, все дальше может быть уже импровизация на тему. Вот. Бывает такое, что оно соответствует эскизу, ну, если оно просто выполняется. А бывает такое, допустим, если нет какого-то такого материала, чтобы силуэт какой-то сделать. Опять же, тоже влияет, вот, настенная будет работа или объемная. Вот. Это тоже все влияет на то, как оно будет сделано, с чего оно будет сделано. То есть оно будет похожее по силуэту, по общей идее на тот рисунок, который задумался. Но будет отличаться, конечно. Работы в экодизайне, какие виды есть? Вы говорите, объемные или настенные, да? Экодизайн, я скажу вам, это чем-то ближе к скульптуре. Можно сказать, что это скульптура в дереве выполняется. То есть тут... Насколько человек мыслит в объеме, насколько он представляет это вот в 3D формате. И если у него с этим просто, то и объемные вещи для него тоже будут несложными. А если это сложновато, то лучше уже брать такие плоские на рельеф похожие работы. Усі роботи, представлені в цьому кабінеті, підтвердження слів викладача. Іноді дуже тривалі творчі пошуки нарешті втілюються в оригінальних роботах. Наприклад, цей морський коник починався зі звичайної обрізаної гілочки, которая вот этой своей штучкой расширенной была похожа на морского коника. Потом мы приделали эти кружочки, туловище сделали, долго мы думали, как ему сделать вот эту декоративную красивую часть. И придумали, что можно сплести вот так вот веревочки, тоже тоненькими веревочками или проволочками привязали, и вот получился такой конь у нас классный. Гусеницу. То есть мы придумали, что можно прибить гвоздики для декора так. Посередине мы врезали саморезики такие. И для того, чтобы она была по пластике какой-то интересной, мы сделали вот такой вот каркасик из проволоки, скрутили и прикрутили эти детальки. И получилась вот такая классная, смешная гусеница. Вот, вот эту деревяшечку кору мы использовали, она служит и плинтиком, вот, и для устойчивости, и в то же время она ползет по дереву, в своей среде обитает. Эскизик вот такой мальчик придумал. Потом мы сделали такую вот небольшую сову. Мне очень понравились вот эти вот моменты, вот эти, декор вот этот внизу. Вот здесь. Мне нравится даже, что оно наполовину как-то сделано, потому что ну, они не успевают все за одно занятие, поэтапно работают. Вот. И вот такие вот штучки мы прикрутили, глаза получились.
И это, вот эти детали вдохновили нас на создание вот такой вот большой совы. Вот, из того, что есть. Обрезки от столярки. Вот такой вот аист зотовой ткани. Вот, тоже такая вот простая вещь. И мы можем вот посмотреть здесь дерево реализованное. Вот, вот эта рыбка. Вот, тоже липко, Аня. Долго лежала, потому что даже пожелтела. Все никак не могли придумать, как ее сделать. А потом, а давайте попробуем вот так. И вышла вот такая у нас, вот Люся они ее назвали. Это тоже вот волк Даниэля. Мне понравился силуэт. Старшие дети, они мыслят немножко как бы уже стандартно. Им хочется красиво нарисовать, аккуратно, чтобы была выведенная линия. Вот. И для того, чтобы они создали какие-то интересные вот эскизы, я их заставляю рисовать левой рукой, не отрывая линии, там, вот одним движением. Оно корявое получается, смешное, но зато получаются вот такие классные работы. То есть они отходят от этой привычной реальности и создают красивые вещи. Вот пример, это вот когда именно аккуратно все нарисовано и приходится все аккуратно делать. Но тут просто идея уже хорошая. И это павлин, да. Да, и то павлин. Мы вначале их отдельно сделали, эти кружочки, нарезали шпагатик, пропитали его ПВХ-шным клеем и повесили вверх ногами. Оно высохло так, задеревенело, и это дало нам возможность сделать вот такие красивые перья. Сегодня наша задача нарисовать эскизы для зайчика. Зайчик будет у всех разный по-любому, потому что каждый из разных материалов сделает. И поэтому главное придумать силуэт, какую-то общую идею. Заяц, заячья семья, что-то такое креативненькое. То есть вы можете использовать, смотрите на материалы, которые у нас есть, да? Вот, дерево, веревочки, пуговички, гаечки, болтики. То есть заяц должен быть такой современный, из веточек каких-нибудь. А поки народжуються малюнки зайця, ми покажемо, як оживатимуть у дереві вже намальовані зображення хамелеона і крокодила. Короче, ми рисуємо голову, туловище, а хвост ми віддельно зробили. І голова. От, да. От тут ми туловище, да. Вирізаєш лобзиком от цю частину. Сейчас я ему дорисую, чтобы четко было нарисовано. Мы использовали для реализации нашего проекта два куска ДВП, отрисовали общий эскиз на нем. И для того, чтобы смонтировать, мы использовали подложные кусочки материала с клеем. Мы их склеили, и для того, чтобы оно не так бросалось в глаза, мы украсили таким вот декором. И этот декор берет на себя больше, и мы не видим таких строительных материалов, так сказать, нюансов. И получился у нас такой хамелеончик. То же самое можно сказать и про крокодила, хотя там больше нюанс был именно в самом декоре. Было пустовато, и по композиции чего-то не хватало. Мы добавили этой коры красивой, для того, чтобы крокодил был таким поближе к природе. Ось так цікава ідея знайшла візуальне відтворення в творчій роботі. Як бачимо, простір для фантазії і натхнення необмежений.